анонс и дата выхода пятой серии нового турецкого сериала «Услышь меня». Пятая серия сериала выйдет в эфир 4 августа. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Мелисса узнала о том, что Яким не умеет плавать. Когда они все собрались на мероприятии, то она столкнула ее в бассейн. Но неожиданно к Яким на помощь бросился канат. Яким вся промокла и сразу же отправилась домой. Канат догнал ее и захотел подвезти, но она отказалась садиться к нему в машину. Яким пошла через лес, и канат ее догнал. Канат сказал Мелиссе, что между ним и Яким ничего прошедшим вечером не было. Но она не может поверить ему на слово, и поэтому хочет еще раз уточнить это в присутствии Яким. Затем Мелисса обратилась к Яким и поинтересовалась, было ли что-то вчера вечером, о чем ей необходимо знать. Яким считала, что парень Мелиссы давно ей уже обо всем рассказал. Изначально канат просил признаться Яким в том, что она начала в него влюбляться, а затем они поцеловались. Ведь он не сомневается в том, что эта девушка повелась, как и все остальные, на его харизму. Для Мелиссы это стало большим потрясением, и она с большим трудом сдерживала свой гнев. Яким видит, что кругом все боятся, и поэтому молчат, но только она этого не собирается делать, ведь она совсем не такая, как они. В колледже стали раздавать купоны, и один из них попал в руки Мелиссы. Она увидела надпись «Грустная история одного клоуна». Напомним, пятая серия сериала выйдет в эфир 4 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.